Всем привет! Меня зовут Кристина, и вы на канале вязания. Это будет слегка шуршащее видео, и я хочу вам показать. В этом видео я хочу показать свои инструменты. Храню я инструменты вот в такой красивенькой корзиночке из фикс-прайса с ручками. Так, и я недавно купила себе вот такую еще корзинку. Она с крышечкой. И я хочу сюда все это сложить. Так как этими инструментами я уже пользуюсь реже, так как купила другие. Так, будем складывать вот сюда. Если честно, я не помню, сколько лет я уже вяжу. Вообще, я научилась еще в школе, но так непрерывно я вяжу, наверное, уже лет 5. За это время у меня накопилось много инструментов. Самых первых я не помню, так как мы переезжали с квартиры на квартиру. Что-то перевозилось маме, хранится там. Но то, что есть у меня дома, я вам сейчас покажу. Итак, первыми спицами были вот такие спицы фирмы Гамма на металлическом тросике. Даже нет, я бы сказала, первые спицы были на белом тросике, но это было очень давно. Первыми были, знаете, такие были на капельнице белой, либо на леске. А потом я узнала, что бывают спицы на вот таком железном тросике. Это у нас фирма Гамма. Круговые спицы 100 сантиметров. Ну, здесь двое лежит. Наверное, 3 и 3,5. Я на них вязала все подряд. Раньше даже не разбиралась, что нужно подбирать спицы под пряжу, что тогда полотно ровнее. В общем, с опытом все приходит. Так. Ну, у меня разных размеров. Здесь, наверное, 4,5 и 4. Но здесь не смотрите, что линейка написана. Это была линейка, но я так храню спицы. Вот такие у меня еще есть 5. Миллиметров, и они 2 метра. Эти спицы я приобретала, чтобы связать плед. Чтобы связать плед из Гималая Dolphin Baby. Связала на пятерочке. Кстати, этот плед стирали в машинке, и с ним ничего не произошло. Так. Все эти спицы я использовала для плечевых изделий, либо там вязала какие-то пинетки, вот, шапки. Вот. Для закрытия рукавов я использовала вот такие чулочные спицы, тоже Гамма. У меня есть 2,5, так, 3,5. Это, кстати, не Гамма, а какая-то фирма. В общем, вот такая. Они тефлоновые и очень плохо по ним идет пряжа. Так, есть 4. 4,5. И даже пятерка для закрытия шапок. Ну, кстати, свитер я еще вязала мужу. Его основное тело было на 5,5, а на рукава 5,5 не нашла, поэтому рукава вязались на 5. Вот такие. Еще у меня есть вот такие спицы. Это или 1,5, или 2 миллиметра. Упаковочка не из-под них. Я их использую для шивания игрушек. То есть соединяю при помощи таких спиц лапки. И очень удобно пришивать. Так,
Так же, как и у всех, наверное, вязали, что у меня есть наборы с AliExpress. Это вот такие спицы. Они продаются пачками. Стоят недорого. И они практически как гамма. У них тоже такой же металлический тросик. Смотрите, как у этих. Видите? Очень похоже. Не удивлюсь, если один и тот же завод их делает. Для удобства я здесь подписала, что это у меня 3,25, 4, 4,25. Так, эти что-то у меня не подписаны, видимо, были в работе. А, все, вспомнила. У меня есть неподписанные, потому что я ними особо и не пользовалась. Я подписала только те ходовые, которые мне нужны. То есть этими тонкими я не вяжу. Это, не знаю, наверное, единичка или полтора. Ну, в общем, очень тонкий. Извиняюсь за шуршание, что не будет, но по-другому никак. Также у меня был период, когда я вязала очень много шапок, снудов на заказ, на наличие. И тогда я приобрела спицы 40 сантиметров. Это для меня было изначально открытие, что можно вязать не Magic Club, а вот удобненько на таких коротеньких. Так, вот такие. Тоже набор, тоже китайский. Какие-то подписаны, какие-то нет. Ну, которые не подписаны, я ними не вяжу. Просто лежат и выкинуть жалко. В общем, пусть лежат. Так. Это, кстати, были спицы, которые я использовала примерно года 3-4 назад. Сейчас я практически на этих спицах не вяжу. Однажды для вязания шапок я прикупила вот такие спицы Ади. Они подороже. Я взяла номер 3 для резинки и номер 5 для основного полотна шапки. Они 40 сантиметров. И вот после этой покупочки я уже этими китайскими не захотела вязать. Вот такие они классные, легкие. Очень, очень приятно на них вязать, быстро. Это прям была моя любовь. Но потом, на Новый год, мне муж сделал подарок. Решил, чтобы я не мучилась, так как не все шапки можно было связать на номер 3 и номер 5, мне муж сделал на Новый год вот такой подарок и приобрел целый набор Adiclick. Они тоже укороченные, вот в таком чехольчике. Этому наборчику уже пошел третий год. И теперь я вяжу только на этих. Ну, за исключением, когда мне нужны спицы менее чем 3,5. Так как этот набор от 3,5 и до 8. Так. В этом наборчике спица 9,5 сантиметров. Есть коннектор. И вот здесь у нас есть вот такие тросики. 5 тросиков разной длины. Это 40, 50, 60, 80 и метр, если я не ошибаюсь. Единственное, за время использования я испортила один тросик. Он имеет вот такую, так, сейчас уберу, вот такую форму какую-то непонятную. Здесь вот такой изгиб. Это потому, что у меня был долговяз. И вот она у меня там была скрученная как-то, эта спица, на заглушках. И в пакете. А остальные, вот они, хорошо лежат. Ну, кроме этой, все-таки какая-то проблема теперь. Так. В основном в этом наборе я вяжу до 5. Даже можно посмотреть, вот здесь
не хочет фокусироваться. Здесь на спице есть, вот, здесь на спице есть номера прописанные, восьмерочка. Семерочка. И эти надписи стираются на тех спицах, которых я вяжу. Вот, например, если взять 3,5, то она абсолютно стертая, ничего нету. Так, сейчас возьмем еще другие. Так, это у нас 4,5 стертая. Вот 5,5 уже меньше вязала, и тут что-то еще можно разглядеть. Что-то есть. А остальные размеры, они очень стертые. Так, вот это мой основной набор. Я вяжу постоянно ним. Меня он полностью устраивает. Никакие стыки, ничего там нету. Здесь очень удобное крепление. Так, находим паз. На камеру неудобно, конечно, очень. Вот. И у нас отлично держится. Очень удобно вязать, ничего здесь не цепляется. Все отлично. Хотя я слышала, что некоторым девочкам не нравятся эти спицы, но мне они очень даже подошли. Так, вот такой наборчик. Повязав этими спицами какое-то время, уже не хочется возвращаться к китайским и гамме, но... Ну, когда нужно, китайские всегда выручают. Вот единственное, что немножко потрепался у меня здесь уголок. А так... Почему-то только один уголок. Очень даже странно. А так, за 2 года с чехлом ничего не случилось, спицы все целые. Вяжу я много. Кстати, спустя время мне захотелось заменить мои чулочные спицы. Не закрывать там рукава и все остальное на вот этих гамме, вот этих спицах. Захотелось очень такие красивые. Я тактично намекнула мужу, что хотела бы еще какой-то наборчик, и у меня появились вот такие яркие спицы Knit Pro Zinc. Сейчас я вам покажу. Это вот такой чехольчик с двух сторон. Здесь спицы идут от 2 миллиметра и до пятерки. Теперь вязать одно удовольствие. Они очень яркие, удобные. И кончики у них немного острее, нежели у гаммы. Очень легко подхватывать петельки. Вот такие. Возможно, кто-то скажет, что чулочные спицы не очень нужны, но бывает, я вижу одежку для игрушек, либо какие-то закрытия шапочек. Вот. Отражается моя лампа. Единственное, что мне непонятно, почему вот эти 2 размера, 4-4,5, они не сделали другого цвета. Например, эти синие, эти бы сделали еще светлее, потому что эти все хорошо различаются, вот эти почти одного оттенка. Совсем немного отличаются. На камеру даже, наверное, не видно, что они такие. Вот. Это и все мои инструменты. Нет, неправильно. Это все мои инструменты, спицы. И теперь они у меня будут храниться в этой коробочке. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. В следующем видео я вам покажу свою коллекцию крючков для вязания игрушек. Всем пока, до новых встреч!